На следующей неделе планируется новый массированный удар дронов по Крыму. Они пытаются истощить наше ПВО. Вопрос, зачем? Чтобы нанести удар F-16. А в Париже призывают не жалеть ракет для атак по российской территории. Идет война, относиться к этому надо с пониманием, без истерик. Ішов 27-й місяць триденної спецоперації РФ, яка і досі йде за планом. Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком, по плану. Каждую ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего, раздражает. Сколько? Это. И Медина это раздражает, Александр Юрьевич. Да. Тут Богдан раздражает. Абсолютно прав. Возможно, вы утром просыпаетесь, да. И смотрите вот эту... І останні два десятки літять одні. У вас починає все кипіти. Як ви зрозуміли, з кожним днем жабам на болотах стає тривожно. А все тому, що їхній диктатор Путін розпочав війну, яка хоч і повільно, але все ж переходить на територію Росії. І пропагандистам це щось зовсім не подобається. От в ці вихідні дні тут треба віддати должное Андрею Владимировичу, произошло, ну, такое нечасто случающееся событие, когда прогноз Андрея Владимировича подтвердился. Правда, он его делал еще год назад. Про то, что Украина будет в массовом порядке применять беспилотники. Беспилотники полетят к нам просто вот как там рой какой-то, каких-то там москитов. Вот он про это говорил еще в прошлом году. Вот мы дождались, потому что в выходные дни, там несколько вот как бы подряд ночей, ну там если посчитать, там действительно просто уже идет речь о сотнях беспилотников, которые запускают на Крым, на Краснодарский край. Давайте сейчас вернемся вот к этому прогнозу Андрея Владимировича прошлогоднему. Первое, почему так долго готовились? И второе, оценки. На Украине налажено производство дронов в огромном количестве. Ежедневно в последнее время производилось до 300 дронов различной модификации. И вот это массовое направление дронов, это прежде всего расчет на истощение нашей системы ПВО. Второе, конечно, так сказать, это подготовка к новым акциям. На следующей неделе планируется новый массированный удар дронов по Крыму. И эта тактика будет продолжена, она очень эффективная. Масовані атаки українськими безпілотниками і справді дуже ефективні. Вони знищують чи завдають величезної шкоди російським літакам, підстанціям, нафтобазам та НПЗ. А ще дуже негативно впливають на російську економіку. Це підтверджують навіть самі росіяни. Причому вона дуже ефективна. Вона, в тому числі, кстати, НПЗ. Ведь дійсно, сьогодні там Слов'янськ і так далі, практически каждый НПЗ в зоне 300-400 километров украинской границы сейчас подвергался ударам. И многие, к сожалению, действительно или вышли из строя, или приостановили работу и так далее. Именно НПЗ. Не вышел из строя ни один. Приостанавливали работу на несколько дней. Да. Потому что, если вы помните слова президента, у нас когда были какие-то подобные обстрелы, мы у белорусов просили это дизельное топливо и бензин, и довольно быстро его получали. Это все понятно, но это все равно ущерб для нашей экономики, и довольно серьезный ущерб. Росіянам рекомендую зрозуміти і запам'ятати, що такі атаки будуть тільки наростати, бо війна завжди приходить і до тих, хто її розпочав. То, що ми зараз наблюдаємо там по 40 дронів, це начало. Буде, к сожалению, хуже. Це їм ще не передали ракети дальнобойні, обов'язково передадуть. То, що прозвучало сьогодні, це какой-то вообще бред. Ну, смотрите, давайте коротко воспроизведу одно предложение, да? Они пытаются истощить наше ПВО. Вопрос: зачем? Чтобы нанести удар F-16. Ага. Все 50 штук. Да. Максимум. Да. Но пока их еще когда нет. Мы это делаем, мы действительно используем там герани и ракеты для того, чтобы истощить ПВО на Украине, потому что после этого мы реально нашими ракетами и нашей авиацией наносим удары по энергетической, по военной инфраструктуре, по этим идиотским мастерским, где делают дроны. У нас понятно зачем. Они зачем? Они что потом будут туда, в Краснодарский край, F-16 будут залетать? Прийде час, і F-16 будемо запускати. Поки ж лише українські безпілотники. Але їх достатньо для того, щоб росіяни були збентежені та налякані. Бо вони справді не розуміють, як то так могло статися, що вибухає та палає тепер не тільки в Україні, але і на Росії. Та на Геббельс ТВ рекомендують звикати і вчать бачити у цьому тільки позитив. Йде війна, відноситися до цього треба з розумінням.
без истерик. Использование таких дронов, оно приведет к тому, что у нас будет развиваться система ПВО с использованием радаров и стрелкового оружия, с использованием низкоскоростных винтовых самолетов. И последний тезис. Да, конечно, могут они наносить удары этими дронами. Могут даже где-то что-то поджечь и так далее. Но это вызовет лишь еще большую реакцию с нашей стороны. Мы же не бомбили ни инфраструктуру, ни транспортную логистику, так, по-хорошему, ни распределительные станции у АЭС, которые остаются последними, мощными. Пора. Да, пора. Так вот, это в результате придет к тому, что просто Россия даст еще более мощный ответ. Там полностью нарушится транспортная логистика, топливная, в том числе энергетическая. У них несколько уровней использования беспилотников. То, что Краснодарский край, да, то, что Новороссийск. Мы выгнали российский флот с западной части Черного. Ну, сейчас мы его из восточной части выгоним. Ну, в Турцию, вероятно. Тут, ладно, это дальнобойные, это достаточно тяжелые беспилотники. Но то, что они делают в Белгородской, Курской, Брянской областях, они сбрасывают боепприпасы на машины мирных жителей, на дома. Это просто убийство мирных жителей. Тобто їм вбивати українців – це нормальна справа, а нам захищатися не можна? Не на тих напали. Ми будемо захищатися. І, як каже пропагандист Коц, це нам ще не дали далекобійні ракети. Ну як, ракети то дали, а дозвіл бити ними по РФ ще ні. Але, здається, США та ЄС до цього рішення наближаються. І Скабєєвій це очень не нравиться. А в Парижі призивають не жаліти ракет для атак по російській території. Депутат партії «Демократическое движение», председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурлан считает, что Парижу стоит последовать примеру Лондона и Вашингтона, то есть разрешить Украине наносить удары по территории России французским оружием. Еще один безумец. Министр обороны Великобритании Шапс требует, чтобы Берлин дал Киеву ракеты большой дальности «Таурус» и тоже разрешил наносить ими удары по Крыму. В интервью Sky News Шепс похвастал, что Великобритания была первой страной, которая позволила использовать свое оружие для ударов по нашему полуострову. Бывший генсек НАТО Расмуссен тоже требует снять все ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, мол, Киев не может выиграть войну со связанными за спиной руками. Экс-глава ЦРУ Петреус того же мнения. Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки Росія здійснює свої атаки. Посол України у США Оксана Маркарова сказала, що ми вже 2 роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися. І ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. Вашингтон якоби снова запретил Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь России. Впрочем, в пентагоновских учебниках географии мы знаем, Крым, Донбасс, Запорожская область, Херсонская по-прежнему значатся территорией Украины. То есть наносить удары по России Вашингтон, надо быть честными, все-таки разрешил. Более того, глава американского генерального штаба Браун на пресс-конференции совместной так и сказал: Америка поставила ВСУ новое оружие для ударов по российскому полуострову, чтобы раскачать новое наступление. Настав час розширити географію ударів. Настав час припинити боятися та сумніватися. Бо чим довше партнери зволікають із цим рішенням, тим швидше росіяни наближаються до їхніх кордонів. Далекобійні ракети, які є у партнерів, такі види як Storm Shadow, Scalp, Атакамс, так? Тобто британці, французи, Сполучені Штати Америки. Ось 3 види ракет, які ми отримували і які ми пробували застосовувати. Я вважаю, що якщо б у нас була можливість застосовувати їх в належних об'ємах, росіяни були б неспроможні масово перетинати кордони. Розуміючи, що західні партнери повільно, але таки наближаються до рішення дозволити застосовувати західну зброю по території Росії, пропагандисти беруться применшувати її ефективність. Яке би сьогодні Запад не дав оружие Україні, це оружие направляється туди не для того, щоб
они смогли остановить Россию. В принципе, уже все сказали в один голос, уже они понимают, что Россию сегодня остановить невозможно. Запад пытается до завершения этого конфликта нанести России максимальный экономический урон. Ну и, понятное дело, урон именно в военном потенциале. То есть, если даже что-то и дает Запад украинцам на данном этапе, это все то, что может просто максимально навредить нашей экономике. Это вот они пытаются, получается, выбивать наши НПЗ, некоторые военные объекты, пытаются выбивать именно гражданское население, пытаются запугать, чтобы у нас в стране началась хотя бы какая-нибудь паника. То есть, да, есть очень много разных, как говорится, способов, которыми они пытаются воздействовать на Россию в целом. В то же самое время то оружие, оснащение, которое они дают, оно в принципе не в состоянии каким-то образом поменять ход истории. Я нагадаю, що колись ви вже так применшували боєздатність західної зброї. Потім Скабєєвій довелося брати свої слова назад. Ошибки треба немедленно исправлять, а не продовжувати розказувати. Что там эти украинцы? Ерунда какая-то. Математика. Нас народ смотрит, мы к нему это должны относиться математика. Уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический, сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие. Ну, правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Людям нужна правда, каже Скабєєва, а натомість продовжує вішати їм локшину на вуха і розповідати про неіснуючі перемоги. Ми з вами побачимо, що, як я і раніше об этом говорив, примерно июнь місяць, к середине, к концу, конкретно уже очертання тих територій, які ми вже далі вряд ли вже дадимо можливість удержати противнику. Алло. 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 Да, меня видно? Вас и видно, и слышно, и вы подошли прям как будто бы к самому-самому интересному. Те территории, которые мы не дадим возможность противнику удержать. Эти территории включают в себя Николаев, Одессу, Харьков. Аптеронович, ну так, знаете, по ощущениям. Ну, я вам скажу так. Это все регионы, которые вы перечислили, это исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать. И вряд ли мы ей дадим удержать. Тут немає чому дивуватися. Брехати і перебільшувати – це одна із задач путінської пропаганди. Хорошо, можна мозги, извините за мовітон, запудрить мільйонам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. А знаєте, чим ще зараз пудрять мізки мільйонам росіян? Дуже банальним, старим і смішним фейком. Що начебто українські бійці воюють під впливом наркотиків. Беззаперечні докази від того ж кадирівця Алаудінова. Не можу не задати вам питання по части наркоманії і алкоголя. Ну, вроді всі знають всі ці безконечні шутки, то ли не шутки про Зеленського кокаїн, але вони завжди исходили скорее от нас. Сегодня американцы и Daily Beast сообщают, что в наркотическом и алкогольном угаре украинская публика, военизированная, ходит в атаку. Оля, ну это вопрос для нас абсолютно, этот вопрос для нас не является новым. Мы эту ситуацию контролировали изначально. У нас все это время была информация о том, что все бойцы ВСУ, они по сути ходят на передовую непосредственно под каким-то очень серьезным допингом. Мы знаем, что американцы и европейцы на украинских формированиях все время испытывали какие-то свои новые таблетки, какие-то новые уколы.
И они где-то давали свой результат на энное время, то есть на определенный период времени. Я так думаю, что нам удивляться этому не стоит, потому что Украина, она всецело явилась полностью плацдармом для того, чтобы на ее территории были развернуты огромное количество лабораторий, которые производили разного характера, как говорится, вирусы, другое. И это в конечном итоге привело к тому, что состояние населения Украины, оно реально зашло в какое-то, я не знаю, наверное, они находятся все в определенном трансе. О, про біолабораторії ми з вами зараз детально поговоримо, бо виявляється, на зміну бойовим комарам з'явилися бойові шоколадки. Они, понимаете, они находятся под какой-то боевой химией, причем она такого накопительного действия, это очень четко видно, то есть, вот, грубо говоря, человек вроде кажется нормальным, спокойным, но тут у него адреналин начинает в крови повышаться, и вот эта химия вступает в действие. Да? А как это и выглядит? Выглядит так, что они... Ну, они, допустим, это вот очень хорошо видно в средствах наблюдения, допустим, он сидит, буквально в метре прилетает мина, он ее не замечает. Мимо осколки по нему там идет, он даже не... Ну, смотрит бинокль, даже не обращает внимания. То есть не боится. Это боевая химия, да? Ну, даже можно сказать, их в виде шоколадок раздают, но вот сейчас инъекции появились. От люди під цією хімією не здаються. Ось так з'їв шоколадку і став куленепробивним супергероєм. Залишилося вивести біокурей, від м'яса яких можна буде стріляти з очей лазерами. Вони до останнього, вони під наркотою, по барабану просто, взагалі. Вони йдуть, по ним стріляє артилерія, вони йдуть, падають, встають і обратно йдуть, і вони не бояться взагалі нічого. Таке відчуття, як би, знаєте, чоловік без душі. У НАТО дуже розпространена боєва хімія. НАТОвська. Боєва хімія. Це один із найстаріших фейків російської пропаганди. Під час помаранчевої революції росіяни стверджували, що всі ті, хто протистояв Януковичу, який підтасовував вибори, постійно вживали американські наркотики. Такий наратив дає пропагандистам змогу пояснити російські поразки. Українці не хочуть, щоб їх захопила Росія? Вони під наркотою. Українці знищують непереможну російську армію? Вони під наркотою. Цивільні протистоять окупантам? Значить, вони точно під наркотою. За версією російської пропаганди, якби не наркотики, то боягузливі українці вже б давно здалися. Але здається, що під дією наркотиків не ми, а саме сценаристи Мордора. Бо таку ахінею можуть видати лише вони. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Нуріцина. Побачимось!